Сегодня я хочу показать, как можно готовить с бельгийским эндивием разные закусочки. Ну, я покажу одну, а потом еще оставлю там ссылку. У нас на сайте есть много разных закусочек с этим эндивием. Такой сочный, это цикорий, который выращивают под землей, только носик у него торчит. Он такие качанчики, как длинненькие такие, отделяешь, и получается лодочка. И эти лодочки очень удобно наполнять чем-то, и когда подаешь на стол, получается очень красиво. Красивые закусочки, оригинальные, можно наполнять чем хочешь их. Сегодня у нас одни ингредиенты, а часто бывают другие. С одним-двумя качанчиками можно оформить очень красивые 2-3 блюда с оригинальными закусочками. В общем, посмотрим, какие мы сделаем сегодня. Такой салатик интересный. Его, когда раскрываешь, получаются лодочки. Эти лодочки мы наполним вареными яйцами. Вот два яичка у меня уже есть. Полутвердый сыр. У нас Тома местный. Ну, можно любой, конечно. Каперсы. И кукурузка из баночки. Заправочку мы сделаем бальзамический уксус, смешанный с оливковым маслицем. И туда разотрем зелень. У нас петрушечка, а можно любую, конечно, какая у вас есть. Такая получится интересная закусочка. Красивая и праздничная. Вот так это выглядит. Легкая, приятная закусочка. Выглядит симпатично. Вкусненькая. Я уже попробовала. Очень вкусно. Вот так вот. Мягкий такой приятный вкус. Вот я тут немножко украсила остаточком. Верхушечка вот эта маленькая от эндивия. Петрушка. Вот так. Ну, украшать-то можно, конечно, всем чем угодно. Иногда мы добавляем красную рыбку, лососик копченый, грибочки, ну, все что угодно. Но сегодня нам очень захотелось с каперсами, потому что каперсы тоже имеют свой вкус. Тонкий, приятный. Вот так. Надеюсь, вам понравится и пригодится этот рецепт. Или хотя бы идея, что можно сделать с бельгийским эндивием.